Всем привет! Сейчас я нахожусь в устье реки Лыбедь, в месте впадения в Днепр. Ух ты! Вот эта река Лыбедь, заложенная в бетон. А вот там Днепр, великий и могучий. И город Киев. Место прикольное. Река Лыбедь представляет из себя скорее ливневую канализацию. Рыбы там практически я не обнаружил. Я прошел по ней 2 километра. Дошел до вот этого места. И здесь рыбы просто дохрена. Очень много малька. Хищник его гоняет. Рыбаков нет. Место чем-то напоминает мою родную Исеть, район Начесных. Спиннинга у меня нету, не пришел еще, повторюсь. Поэтому буду рыбачить вот на уже знакомую вам удочку с кивком. Насадка опарыш. Ну и жду не дождусь, когда же приедут снасти, чтобы вновь оказаться здесь уже с нормальными снастями и половить по-серьезному. Ну, смотрите, что у меня получится. Кто не видел серию про бычков, вот такая вот у меня удочка с кивком, леска 0,16. И вот. Грузик и простой крючок. Бычков ловить уже не интересно. Они там клюют как сумасшедшие на Днепре, если их найти. А место их скопления. Попробуем для разнообразия поймать что-нибудь другое. О, есть. Кто это? Так, это густера. Вроде бы густера. Или белоглазка. Ладно, не буду делать выводов поспешных. Да, проблема у меня с местной ихтиофауной, с ее познанием. Но не подлещик. Не похож, по крайней мере, на подлещика, на нашего. Непонятно, почему здесь никто не рыбачит, может, потому что вода канализационная. Потому что на набережной сидят и скучают. А здесь клюет. А крупная рыба тоже должна быть. Вот как. Так, это плотва. Это плотва. Я когда сюда ехал, мне сказали, что здесь рыбы нету. Но я-то знаю, что рыба любит вот всякие вот такие стоки ливневые. Из очистных. А тут, кстати, очистные где-то рядом еще. Судя по карте. Так что я целенаправленно сюда шел. Ух ты! Не пойму, кто это бьет. То ли голавль, то ли жерех, то ли ясь. А то ли еще кто-то. Ну ничего, спиннинги приедут, узнаем. Так, это что у нас? Уклейка была, она тут называется верховодка. Плотва.
Ну, а плотву-то вы видели все. Так, и тут бычок имеется. Насадить бы его. Вот. Смастерил такую снасть. Ой, что такое не придумаешь из-за отсутствия спиннинга. Ну все, будем ждать. О, вот он. Как раз там. Гоняет малька. Ну давай, бычка моего схвати. Собака поплыла. Что там не клюнуло еще? Голавль на живца. Где рыбачить-то будем? Не, ну в каком хотя бы озере-то? Я ж не знаю, тут ничего. Не, ну давай вот это побольше. Ну давай. Итак, приехали на Осовковские озера. Это в Киеве, кто не знает. Будем ловить здесь рыбку. В основном окунь. По плану. А щука тут есть? Куда еще, значит, есть? Бель вон плавает какая-то непонятная. Снасти те же самые у меня. А максимум стрит рейсер. До 3 грамм. 0,2 шнур. И GK апгрейд. И мормышка. 0,5 грамма. Сегодня второй день осени, но жара градусов 30. А солнечно и безветренно. А тут несколько озер, а на реке Совка. Это второе. А по какому берегу лучше идти? А по лесистому не пройти там? А заборы что ли какие-то?
У меня тоже что-то было. Что, попробуй тут. А вон гоняет малька вдоль камыша. Там. Сейчас увидишь. Да сейчас, сейчас увидишь. А я же стрит-фишер, я знаю, где есть рыба. А подсекать неудобно только. А чуть-чуть сильнее дернешь, и она это вылетает. О, есть. А? Так надо на от червя и на нормальную удочку с песком. О! А там их много. Можно, короче, зимой сюда приезжать, запасаться бычком для перемета и где-то ставить там на автомат. Да их и в Днепре можно поймать дофига. В любом месте практически. О! А кстати, это же не кругляк. А бычок кругляк же, он черная точка, а тут вот они все без черной точки. Ну а тут канал поглубже стал. И течение не такое сильное. О, это бычок. Бычок. Ну хоть что-то. Всем привет, ребята, я снова вернулся на это озеро, чтобы половить окуней со льда, которых здесь предостаточно. Будем пробовать. Вот так вот зимой выглядит этот водоем. Кто-то здесь уже до меня побывал.
видны чьи-то следы и лунки. Кроме окуня, здесь также есть судак. Сейчас пробурю несколько лунок. Не знаю, правда, что здесь со льдом. Попробую сначала половить на балансиры. А потом уже, если клевать не будет, начну, перейду на мормышку. Где-то вот здесь вот были поклевки судака летом. Был контакт. Было около дна. Вот, решил сместиться к берегу, вот сюда вот, и половить окуньков на мормышку. На балансиры не ловится ничего. Там вот уже два рыбака пришли. Тоже говорят, клюет неохотно. Сделал несколько лунок. Одну вот здесь, вот у родника. И парочку здесь у камышей, пару-тройку лунок. Даже отпускаем. Здесь вот родник рядом. Видимо. Может, рыбка держится здесь.
Ладно, хрен с ней, с этой рыбой.